Обычно летняя практика у студентов вызывает много вопросов, главный из которых – куда пойти на стажировку. Однако у этих политеховцев подобная проблема решена давно. Сдав последний практический экзамен, сегодня отряд из 16 человек с разных курсов и специальностей уезжает познавать азы машиностроения на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах. Мы изначально хотели поехать самостоятельно с ребятами, с некоторыми. Вот, потом нам предложили, и мы согласились. То есть вы изначально метили на КамАЗ? Метили на КамАЗ, да. А почему именно туда? Ну, потому что вот так вот было большое желание попасть туда. Там разные подразделения есть на КамАЗе. Вот, мы бы хотели вот посмотреть на эти подразделения, научиться чему-то. Вообще, Политех и КамАЗ сотрудничают давно. Еще с советского времени на завод ездили практиканты, по паре человек в год. О создании целого отряда задумались после 2021 года, когда ВУЗ выиграл грант на 245 миллионов и сделал проект по заказу автоконцерна. То есть было создано специальное конструкторское бюро, в рамках которого по техническому заданию была разработана специальная машина. Ну, это спецтехника, лесозаготовительная машина, которая, прототип ее должен быть создан на самом предприятии. Одно из условий завода – хорошая квалификация практикантов. Для этого на базе АЛТГТУ создали полуторамесячные курсы по слесарному делу. Занимались ребята по вечерам после основных пар. Ну вот как раз нас учили разбирать, собирать агрегаты. Вот как раз этим мы сейчас на экзамене и будем заниматься. Потому что теоретической части уже справились, то есть защитили там тестами, экзаменами. Какие это агрегаты, например? Масляные насосы. Получается, изучали еще насосы ГУРов. Конечно, такие знания не гарантируют попадание в конструкторский отдел, куда хочет большинство практикантов. Однако появляется шанс задержаться на предприятии после окончания вуза, поскольку завод в сотрудниках еще как нуждается. До конца десятилетия автогиганту нужно увеличить штат на 60%. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.